Упражнение с весом собственного тела. В минувшую субботу во дворе 33-го лицея прошел второй этап межрегиональных соревнований по воркауту. Продемонстрировать свои достижения единомышленникам пожелали ребята из Иваново, Ивановской области, Владимира и Ярославля. Соревнования проходили в двух категориях – фристайл и общая физическая подготовка. Каждый участник в направлении фристайл показывает все, что он умеет. То есть это различные силовые связки, балансы, иные элементы, некий артистизм, а также красочность выступления. В ОФП необходимо будет выполнить в категории «дети» подтягивания, отжимания от брусьев и отжимания от пола. У взрослых выход силой на две руки, отжимания на брусьях с дополнительным весом и подтягивания с дополнительным весом. Руслан открывал первую часть – фристайл. Проходится в форме батла. Два выхода по две минуты. За это время нужно не только чисто выполнить элементы, но и проявить артистизм. Получился горизонт, фристайл, отжимания на брусьях. Вот. Выход, ласточку на одной, и тому подобное, я уже не помню точно все. Иван, соперник Руслана, говорит, что в принципе к соревнованиям не готовился. Для достойного выступления и победы в батле хватило прежних навыков. Для меня несложно заставить себя в свободное время выйти, позаниматься. Мне это нравится. Занимаюсь уже около 2 года ровно. Вот чего достиг за эти 2 года. Артем Морозов – участник из Ярославля. О том, что в Иванове будут проходить такие соревнования, он узнал от друзей. Потом нашел группу в социальных сетях и решил, что будет участвовать. В Иванове свое мастерство Артем демонстрирует не первый раз. Здесь его знают как сильного соперника и профессионального спортсмена. Меня разрекламировали, я немного застеснялся. Я занимаюсь уже 5 лет, поэтому многие здесь знают и поэтому, наверное, так встречают. Артем Морозов стал абсолютным лидером во фристайле. В остальных дисциплинах победу держали жители Иваново. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.